В окружной столице провели осмотр площадок, предназначенных для выгула и дрессировки питомцев. Представители власти, профильного департамента, а также кинолог выдвинули предложения по улучшению строений. Подробнее расскажет Ирина Никешина. Ирина Калинина по профессии кинолог. Женщина собирается открыть клуб любителей собак. В планах у Ирины заниматься здоровым воспитанием питомцев на специализированных площадках с помощью их дрессировки. Собака – такое существо, например, просто прогулка по улице собаки, ей недостаточно, чтобы она была в нужной физической форме, да, чтобы собаки дома не дичали, да. Им надо нагрузку, как человеку. Ну, вы же ходите в спортзал, да, не просто ходите по улице, да. Много выставочных собак, которые здесь привозят, и они просто деградируют физиологически, они мышцы атрофируются, они уже не смотрятся на выставках. Собака, пожив здесь 2 года, она не выставится ни на одной выставке в России, потому что ее внешний вид будет не соответствовать ее стандартам. Спортивная форма, да? Да, для этого нужна обязательно дрессировка, да. В настоящий момент на территории города расположены 2 площадки для выгула животных со спортивными снарядами. Однако опытный кинолог высказал ряд предложений по улучшению строений. У нас очень важно не только органы власти здесь присутствуют. Здесь присутствуют общественники, которые готовы создать здесь клуб любителей животных, и которые бы со стороны общественности и со стороны любителей животных бы нам бы подавали все те вопросы, и коммуникации у нас были с людьми, которые содержат животных на территории города. Профильный департамент, курирующий вопросы, связанные с животными, разработал памятку по уходу за домашними питомцами. Одним из вопросов, которые подняли в памятке специалисты, касается своевременного устранения отходов жизнедеятельности питомцев. Главная идея – донести до хозяев, что данная процедура естественна и ничего постыдного в этом нет. Значит, нами была разработана памятка, которая была развешена в местах общего пользования именно с указанием правил содержания домашних животных, а также упоминалось либо об ответственности со стороны граждан. Поэтому на сегодняшний день мы планируем провести в июне месяце совместную акцию с городской администрацией, с участием жителей, с участием депутатов городского округа, именно для популяризации чистоты нашего города, благоустройства, чтобы действительно с каждым днем наш город становился все чище и чище, а также приучать наших граждан к правилам содержания домашних животных. Добавлю, подробную информацию об акции можно уточнить в департаменте внутреннего контроля и надзора Ненецкого округа. Ирина Никешина, Наталья Дуркина, Антон Водряков, телеканал «Север».